тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. Блин, ее назад. Войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Не надо плотнее, видишь, для этого шомпу нужно. Нет, она нормально достала. Нет, на шомпу мы ее туда и затрамбовывать. Ты просто не на колени. Ты будешь со мной бегать и затрамбовывать, короче. Нет, давай, Макс, еще одну зарубим. Давай. Только побольше этого. Давай, порох. Сейчас сделаем. Самое круто, она вылетит. Взорвалась, это ерунда. А, взорвалась, она так и так взорвется. Заснять, как кто-нибудь бросил снаряд, вот как он летит, короче. Летит, да. Вот, а потом конец, когда он упал. А ты, тормоз, не допёр. Плати. Оплачивай, билет я проеду. Так. У нас баллистический. Опа. Макс, а крестик это будет? Будет много трудных дней. Значит, рано подводить итоги. Вот и встретились мы с ней. Да. Вот и свиделись мы с ней. Да что ты за чебуречку сделал, как непонятно? Так кто упаковал? Только несколько минут между нами длилась та беседа. Как скажи, тебя зовут? Как скажи, тебя зовут? И она ответила: победа. Победа! Вот это уже да! От стабилизатора и дымный порох, без него никак. Если б не было... Вот она, вот она, перешлёп. Коров вообще так приковаться? Коров вообще не приковаться. Крутая хрень. Ствола тоже дымок. Ну да, понюхали, кстати, прикольно. Да, вонючий. Да, это мы и стреляли. Это...